среду температура в Иркутской области понизится. В большинстве городов выпадет кратковременный снег. Какую погоду ждать жителям региона, расскажем в нашем прогнозе. В среду, 11 марта, в Ангарске облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление 725 миллиметров ртутного столба. Ночью минус 8, а днем минус 2. Похожая температура в Шелихове. В городе облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление 729 миллиметров. Ночью минус 6, а днем до минус 1 градуса. В Усть-Куте преимущественно без осадков. В городе переменная облачность. Давление 736 миллиметров. Ночью до минус 31 градуса, а днем минус 11. В Усть-Илимске переменная облачность, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 747 миллиметров. Ночью минус 30, а днем 11 градусов со знаком минус. Преимущественно без осадков в Братске. В городе переменная облачность, давление 729 миллиметров. Ночью минус 29 градусов, а днем до минус 10. В Тайшете переменная облачность, преимущественно без осадков. Давление 743 мм ртутного столба. Температура ночью минус 29 градусов, а днем минус 10. В Саянске облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление 719 мм. Ночью минус 9, а днем 2 градуса ниже нуля. Похожая погода в Черемхово. Там облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление 716 миллиметров ртутного столба. Минус 9 ночью и минус 2 градуса днем. Тоже в Усолье-Сибирском облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление 729 миллиметров ртутного столба. Ночью минус 9 градусов, а днем до минус 1. В Байкальске облачно с прояснениями, в городе кратковременный снег. Давление 728 миллиметров. Температура ночью минус 8, а днем минус 1. Холоднее в Бодайбо, там облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление 740 миллиметров ртутного столба. Ночью минус 24 градуса, а днем минус 14. В поселке Мама облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление 733 миллиметра ртутного столба. Ночью минус 24, а днем минус 14. В зиме облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление 726 миллиметров ртутного столба. Ночью в городе минус 9, а днем минус 2. Осадки в Иркутске. В городе облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление 726 миллиметров ртутного столба. Ночью минус 8, а днем до минус 2 градусов. Улыбайтесь при любой погоде и оставайтесь на АСТВ.